Пригласили в дом, где остался немножко порцелана, и я хотела вам его показать. Посмотрите, вот какие вот блюда. Блюда довольно-таки старенькие. Высвечивает. По клейму посмотрю, скажу вам дополнительно. Будут выставлены фотографии. Вот такое очень красивое блюдо, большое. Паломник – это посеребрение. Такая красивая шкатулочка. Это Розенталь. Есть вот такой огромный сервиз, и это старый Велерой Унбох. А к нему вот такие прилагаются еще и скатерть льняная, представляете? Вот такие вот свечи. Это керамика, Велерой Унбох – керамика. Очень красивые, так думаю, и масленка, и огромные блюда. А дальше вот такой сервиз, чисто белый, тоже большой. Ну, мы дома все разберем и посмотрим, что это такое. Отдельно мы сделаем фотографии. Вен из Персин, я, да, с Маден Персин. Я окей. Вот такие. Вот здесь еще предметы есть. Ну, вот это вот сахарница. Интересная, маленькая, старенькая. А, here fine. Дизайн, текстиль? Химия? Okay. Текстиль нет. Вот только порцелан. Это дом бабушки Кими. И она 2 месяца назад умерла, и вот родные. Передают остатки. А, да, со снеги. Ага. Ну, я просто покажу тогда. Окей. Ну, я. Смотрите, какая красивая девушка. Вот это вот бабушка Кими. Вот такая вот красота. Здесь живет тетя Кими. Вот это вот дом бабушки. Мы сейчас посмотрим там ковры. Der hat wohl mal 25.000 Mark gekostet. Deutsche Mark. Ah, Deutsche Mark. Ну, vielleicht das ist Persien. Посмотрим. Hubert, dort gucken, bitte. Zertifikat ist. Das ist halt Handarbeit, ja. Aber mal gucken. Ich denke, das ist Persien, ja. Nein, hier. Ah, dort. Dort. Sie haben Zertifikat vom Teppich. Aber das ist Handarbeit, ja. Daheim haben Sie billig. Das ist ja Hand, ja. Muss herkommen. Das Opal. Das ist sehr gut. Einer fehlt. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr schwer. Hubert, du musst gucken bitte, okay? Foto, deine. Я говорю, чтобы Хубер сделал фотографию на свой. И я вам покажу сейчас. Вот какие картины. Такая печка красивая. Очень красивый дом, такой большой витринный стеклянный. Ковры все ручная работа, все довольно-таки старенькие, но в хорошем состоянии. Очень красивый рисунок.
Сертификат они посмотрят, но вся ручная работа. Посмотрел на узелках, возможно, это Персия. Ист? Ну, лезен филяйду. Маленький коврик тоже. Тебе их номера совесу. Пакистан. Я Персин. Это маленький персидский. Все, Алис. Пакистан, das ist Persien. Иран, Пакистан. Так интересно. Трава. Вот еще в спальне вот такой красивый ковер, тоже ручная работа, весь на узелках. Ну вот, кстати, вот этот такой длинный ковер, он довольно-таки толстенький, вот он мне нравится, конечно. Возможно, он и машинный, но, знаете, вот сейчас даже делают современные ковры вот с таким рисунком, таким выгоревшим немножко, вы, наверное, все видели. Вот этот ковер прям очень-очень. Вот эти очень толстые ковры, я думаю, что это Сербия. У меня как-то был такой ковер, он толстый такой, знаете, тоже ручная работа. Das ist Serbien. Угу. Они хотят вот то, что мы показываем, продать. Ну, вот этот ковер... Красивая расцветка. Но я думаю, что это машины. Здесь очень много ковров, конечно. Вот этот очень интересный. Ну, в общем, друзья, очень много ковров. Dann fahr den Freitag heim und mach zusammen und tut es bei uns nur noch ein bisschen mehr Zeit, weil du kriegst einen kleinen Teppich wahrscheinlich schneller los und leichter los wie den großen. Ist die Uhr. Эта комната выходила на балкон и выходит. Вот такие ковры. Эти ребята хотят продать. Хуберт увидел часы. Ну, alt Uhr. 50 Очень красивая такая ваза. Посмотрите, тоже ручная работа, ручная роспись. Это глина. Вот Хуберт нашел еще вазу. Очень красивая. Керамик, я? Это керамик. Да, ну, Их маха видео. Wenn ihr erst essen wollt. Wie viel Uhr haben wir denn?
Ja gut, dann können wir Nachmittag nicht mehr rauf, wenn ihr wollt. Und dann machen wir die kleinen Teppich. Die bringst du immer wieder mal weg in ein Paket. Hm. Die sind aber auch schon alt, ne? So zusammengelaufen. Ja, alles gut. Also, wenn wir sie nicht zusammenbringen, dann schmeißen sie dann auf die Mülltüte nicht. Das hilft ja nichts. Oder nehmt halt die mit den Zertifikaten da unten drin mit. Das ist nur eine. Das ist nur eine? Ja. Schmeiß ja hinten im Ding da, im Lauten rein. Fertig aus. Ja. Wo die Leute drauf rumlaufen. Dann kriegt ihr da was, das ist mir egal. Was? Aber. Oder mit. Ja, nein, ich kann es ja nicht, wenn sie drauflegen. So, eins. Aber das ist nicht schnell, ja? Aber wann Leute gucken, ja? Da, es kann schnell gehen, es muss nicht schnell gehen. Du weißt, wie das ist. Они переходят в другой дом, хотят, где работают, в городе Люцберге, снимают тоже большой дом. А этот, я не знаю, наверное, будет продаваться. И... Nein, nicht Zertifikat. Die mag mich nicht? Oh, Puppen. Die mag mich nicht. Was hast du denn da für ein Ding? Das ist ein Wandteppich, oder? Was ist denn das? Nein, nein, nicht Teppich, Hubert. Was ist das noch? Mit der Kugel. Ein Wandteppich? Nein, nein, nicht verdammt. Mitnehmen oder nicht mitnehmen? Nehmen wir mit. Es ist wurscht, wenn wir da wegkriegen, kriegen wir da weg. Und wenn nicht, kann man da immer noch... Das ist eine Grafik mit Подписями. Это, знаете, тоже фильм «Не может быть», вспомнила. Каких кистей будет картина? Нет у нас никаких кистей. Так и это. Вот, посмотрите, такая красивая графика. Возможно, кто-то специалист в этом заинтересуется. Все это продается довольно-таки недорого. Ребята собирают себе просто вот на как в помощь. А, ну они, браухуни. Хубер показал шляпу. Мы это не снимаем, если кого-то заинтересует, можно написать. Какая-то фигурка, не пойму чего. Керамика, но поломанная. Вот еще. Все.